Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели. В одной из авторских наших программ мы говорили летом об Илье Павловиче Тутаеве, молодом красноармейце, героически отдавшем свою жизнь за власть Советов, о планах единороссов, предательнице советской присяги и коммунистической партии депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой, православных церковников и местных доморощенных антикоммунистов наподобие гражданина Глаголева переименовать город Тутаев в Романово-Борисоглебск. Довольно подробно говорили о том, кем был Тутаев, как прошла его яркая, короткая жизнь, чего хотят доморощенные антикоммунисты и десоветизаторы. И вот 10 сентября в Тутаеве состоялся местный референдум, опрос жителей, голосовали бюллетенями. Вопреки всему, давлению местной единороссовской власти, давлению правительства Российской Федерации, поддержавшей переименование, ну иного от правительства единоросса Медведева и ожидать было сложно. Вопреки тому, что «Единая Россия» в первом чтении в Госдуме протащила законопроект о переименовании. Вопреки призывам православных попов, которые агитировали за то, чтобы отказаться от имени Тутаева. Жители пришли, и 64% из них проголосовали против переименования за Тутаев. Это успех немногочисленных, но активных местных коммунистов и комсомольцев, патриотов, всех честных советских людей. И я с радостью говорю, что есть в этом успехе, и пусть очень-очень небольшая, но капелька и наших усилий, ленинградского интернет-телевидения, того ролика, который мы сделали за Тутаев и против переименования, против предательницы Терешковой. И я доволен этим результатом. Как бы ни пошел процесс дальше, что бы ни делало единороссовское правительство Медведева и единороссовское большинство в Госдуме, воля жителей очевидна. Они проголосовали за историческую память, за уважение к подвигу своего земляка, красноармейца Ильи Тутаева, за справедливость, за наш советский образ мысли, за наш советский образ жизни, за Тутаев. Это небольшая, но очень важная с символической точки зрения победа. В год столетия октября сознательность, продемонстрированная жителями города Тутаева на городском референдуме, показывает, что нам есть и с кем работать, и над чем работать. Благодарю всех тех, кто пришел на избирательные участки и проголосовал за Тутаев. Благодарю всех тех, кто бился за сохранение исторической памяти о подвиге героев рабоче-крестьянской Красной Армии. Я уверен, Тутаеву быть и впредь.